Всем привет, с вами снова Трибунал, но сегодня я не на своем персонаже, сегодня я на персонаже Дэми, которого он мне любезно предоставил, чтобы немножко показать вам хитрость, скажем так. Я об этом не знал, но в принципе есть вот такие вот награды, да, вот активность. Третья активность, пятая и... здесь шестая получается, да. И здесь внизу написано, что на уровнях 105-114 можно получить кристалл 1, и на уровнях 115-124 можно получить кристалл 2. Он их собирал заранее, там недели 4-5 недель, наверное, я не знаю. Значит, что это за кристаллы, которые мы вот здесь вот можем получить, начиная со 105 уровня? Это добавочная награда. Значит, это вот такие вот кристаллы. За эти кристаллы мы можем покупать снаряжение для наших мелких, скажем так, спиногрызов. Для вот этих вот спиногрызов, да. Вот ящик снаряжения создать. И вот здесь вот мы можем создавать оружие. Оружие, одежду, в принципе, не имеет значения. То есть за 2 кристалла оружие обычное фиолетовое, за 8 золотое и за 24, за 8 рыжее и за 24 золотое. В принципе, здесь ничего не меняется, расценки те же, меняются только статы у них. То есть здесь 2800, полторы, ну почти в два раза. К примеру, да, здесь уже что у нас идет? Физзащита, что в головном уборе? Здесь уже крит, сопротивление, макс защита, хп. Ну, в принципе. Короче, он собирал их давно, и вот смотрите, сколько у него их есть. А 6 недель, да, вот здесь можно прекрасно увидеть, что он собирал 6 недель эти, скажем, сундуки. И сейчас он разрешил, мы их откроем, посмотрим, можно ли открыть все. Или будет давать лимит. Да, можно открыть все, в принципе. То есть, вы можете, если у вас есть возможность, то копите до 115. И на 115 откроете, вы оденете уже получше шмот на вашего спиногрыза. Если же у вас нет такой возможности, там слоты жмут, например, он будет открывать по-любому. Он поэтому написал мне, что я могу снять видео об этом. Об открытии данных сундучков, скажем так. Вот. Посмотрим сейчас, сколько у него получится камней. Кристаллов этих. Но шмотки за кристаллы мы покупать не будем, так как мы не знаем, что ему. 21. То есть, в принципе, еще чуть-чуть, и можно будет купить золотую пушку. В принципе, ну, неплохо. Хотя я, например, взял бы сначала фиолетовые все слоты. Одна шмотка фиолетовая дает примерно 250 мощи основе. Я на своем персонаже там купил уже 3 шмотки, и они дают реально где-то 250 мощи основе. Где еще берутся данные камни? Да, то есть их можно выбить в инсте. В инсте выбивается 2 камня всего. Сейчас вызов. 105 уровень. Я что-то пропускаю, не могу найти. А, вот, кошмар бронза, да, по-моему, 105. Вот. Здесь кристалл 1, да, то есть первого уровня. По-моему, что 2 штуки их падает всего. Вот, в этом вызове. То есть немного. То есть на самом деле какого-то конкретного фарма нет. Всего за неделю можно достать 5 таких камней. 2 с инста и по одному с 3 есть сундуков. То есть 5 в неделю. Но это немного, в принципе, но хотя бы немножко. То есть, если вы еще не 105, мой вам совет. То есть, собирайте вот эти вот сундуки. 3, 5 и 6. Ну, за 4 не дает. 1 тоже не дает. И 2 не дает. То есть, значит, 3, 5 и 6 сундуки собирайте и откройте их уже на 105 уровне. Это даст вам небольшой буст, скажем так, по наследникам. Это будет неплохо для вас. В принципе, такой маленький лайфхак, что собирать, когда вы готовитесь поднять 105 уровень, 115, в принципе, тоже нужно будет собирать, когда будете там на лимитах уже подходить. Вот такой вот небольшой видос. Всем спасибо, всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки.